Ну что же, всем привет! Я продолжаю прохождение Spyro Reignited Trilogy, а именно Spyro Year of the Dragon. В прошлой части мы завершили первую локацию, но там остался один уровень, который не завершен до конца. И сейчас мы вон там вдалеке видим клетку, там Money Bags. Думаю, мы освободим пингвина и вернемся прямо сейчас на тот уровень, чтобы завершить его на 100%. А хотя это не выйдет, для начала нам нужно пройти как бы уровень вот этого вот пингвиненка. Ну ладно, думаю, это будет несложно. Здесь перед моим носом маячит Хантер. Так, ладно, так и быть, дойдем до тебя, что ты нам скажешь. Hey, Spyro! Zoe told me that if we hit that doodad up there, the portal will open. Why don't you try spinning this rock at it? Он сказал то, что... Зои мне сказала, что если мы попадем, в общем-то говоря, в эту мишень, портал заработает. Почему бы тебе не попробовать плюнуть этот камень вон туда? Окей, то есть мне надо просто прицелиться и шмальнуть вот сюда. И портал реально заработал. Это было максимально странно. Ну, черт с вами. Я слышал яйцекрада. Даже не знаю, стоит ли мне сейчас за ним бежать. Вообще здесь желательно собирать кристаллы. Блин, а локация-то довольно-таки обширная. Это одновременно и круто, и нет. Нет, потому что это сидеть, бегать, такой, блин, я где-то упустил один кристаллик, причем еще и красный. Вот как вот этот тут наверху. Короче, все довольно печально. Ого, здесь кристаллики аж по 10. Ладно, давайте-ка пойдем к этому толстосуму, купим у него пингвина. Это звучит немножко странно, ну ладно. Это Спайра, так что все нормально. Интересно, сколько тебе на этот раз забашляли, чтобы ты, в общем-то, держал пингвина в клетке? Не, чувак, как бы... Ты гнида. Ты не достоин права на существование. Там опять Хантер. Чё всем от Спайра надо-то? А, мой хороший друг Спайро, колдунья. Naughty bird letting off rockets in her fireworks factory, but I'm willing to release him into your custody, provided you pay his outstanding fines. Что ж, типа колдунья поймала эту мерзкую птицу, когда та воровала ракеты и как бы фейерверки на ее фабрике. Ну а я отпущу его для тебя, а под твою ответственность, конечно, за небольшую плату. 700 гемов, да ты офигел. Мне нравится вариант ответа. Хорошо, без проблем, и забудь об этом. Я хочу просто увидеть катсцену, где вот эта вот птица дает по шее Монибэксу. Это бесценно, так что давайте, of course. Что за неудачника, то есть... Классно. Ну да, в общем-то, он сказал то, что мы неудачники. Или Сакер, скорее всего, можно было перевести как сосунок. Ну, в общем-то, я говорю, сейчас будет катсцена, где тебе дадут по шее, оно того стоило. Сержант Бёрд, прибыл на место, сэр. Жду ваших указаний, сэр. Думаю, для этого тебе стоит найти своего командующего офицера. Эй, что у тебя на спине? Произведение искусства, новейшая военная разработка портативной ракетной установки. Почему ты не использовал их, чтобы сбежать? Потому что у меня ограниченный боезапас. И я хотел приберечь их для этого. Слушай, а откуда ты пришел? Я думал, драконы вымерли тысячи лет назад. Ну, слухи о нашем исчезновении были немного преувеличены. Мы просто хотели тишины и покоя. Что ж, если вы хотите тишины и покоя, вам следует держаться подальше от моего мира. Мне предстоит разбираться с ранниками неделями. Всего хорошего! Не, говорю, это бесценно. Мы сейчас погнали, собственно говоря, на его уровень. Типа, мне нужно было натренировать, я так понял, других птиц, для того, чтобы они были как бы физически способны, в общем-то, остановить колдунью. Ну, конечно. Погнали. Ага. И что мне с тобой надо делать? Тебя что ли сбить надо? Нет. Следовательно, ты наш союзник. Он только что вроде как говорил то, что ему надо было натренировать птицу, а я в нее шмальнул ракетой. И он сказал то, что у него ограниченный боезапас в катсцене.
Игре на это плевать. Ладно, что ты мне скажешь? We defended as best we could, sir. But without your leadership, we couldn't put up an effective resistance. By 1900 hours, the rest of the squad was captured, and the Rhinox had complete control of the base. Типа, сэр, докладываю ситуацию. Вчера в 1845 часов, типа, Райнаки как бы напали на нас. Мы защищались как могли, сэр. Но без нашего, в общем-то говоря, главного корабля мы не можем... мы не можем оказать достаточное сопротивление. Далее, в 1900 часов часть нашей, в общем-то, команды была захвачена ранниками и... Да, в общем-то, захвачена ранниками, и ранники подчинили полностью всю базу. Фигово. Там Хантер? Нет, у меня просто уже глюки. Да, как мне писали в комментариях, мне лучше забить, каждый раз назвать их носорогами, потому что они называются ранниками. Ладно. А мне надо спасать птиц. Вот одна из пяти. Классно. На уровне 500 гемов. И 3 яйца, да? Да, 3 яйца. Но неплохо. Кстати говоря, мне еще один чувак писал в комментариях о том, что у меня есть небольшая проблема со звуком. Я, кстати, о ней прекрасно знаю. Это связано с картой захвата. То есть она порой берет и такая... Блин! Я немножко лагану, и поэтому звук, как сказать, немного пропадет. Я не знаю, почему она стала так делать. На самом деле знаю, я ее разок уронил. И с тех пор, в общем-то, такая дичь происходит. Так, по-моему, я только что сделал фигню. Я ж могу это сломать? Нет. Удивительно, но ракете стекло не способно подчиняться. Ты вообще-то еще летать способен. Ну, хотя бы до меня вовремя дошло это дело. Что ты мне скажешь? Да-да-да. Я рекомендую тебе выстрелить во врага. Классная рекомендация, мне очень нравится. По-моему, ты бесполезна. В дверь тоже надо выстрелить. Ну, конечно же. Вообще, геймплей за этого пингвина мне очень нравится. Вот только не говорите, что я не смогу сломать эту штуку при помощи ракет. Вот то есть, вы серьезно? Обычно, чтобы это сломать, ракета и нужна. Чего? А что надо делать снизу? Это типа как-то какой-то другой обстрел или что? Нет, вот этого я сейчас не понял. Я хочу еще раз полететь, потому что мне реально непонятно. Вроде какую-то бомбу, что ли, сбросить. Выглядит именно так. Ну, видимо, у меня никакой бомбы нет, потому что я сейчас сижу, просто на все перекликиваю, ничего не падает. Ладно. Просто выберемся отсюда. А, стоять не надо было туда лететь. Ну, ладно. Здорово. Интересно, какой это калибри там находиться? То есть она просто стоит рядом. Точнее, как сказать, летает рядом. Она бесполезна. По-моему, большинство персонажей в этой игре бесполезны. А камера не поворачивается. Классно. Еще будет очень забавно. Мне почему-то сейчас немного показалось, что она начала говорить по-английски с русским акцентом. Тебя фиг его знает. I've captured the enemy ration, they won't march for far on the empty stomachs. А, понятно, она нашла яйцо. Sick fright. The Rhinox had blocked the way out of this next cave with a security door, and I don't think you'll be able to blast your way through this one. I recommend you land on the weights and carry them to the pressure-sensitive security switches on either side of the door. Нет, по-моему, это все-таки французский акцент. Так вот, он сказал, сэр, райники заблокировали проход. Проход в следующую пещеру своей защищенной дверью. Ну, security door, типа, да. И я не думаю, что мы сможем просто так ее разрушить.
Я рекомендую вам... Мне нужно что-то там сделать с этими переключателями с другой стороны дверей. Типа, когда вы будете на позиции, нажмите квадрат, чтобы сбросить объект. Ну, я понял, мне вот нужно использовать вот эту штуковину. Так, мне надо сбросить, я так понял, вот сюда все это дело. И это не то, что я хотел реализовать, но уже пофиг. А нет, смотрите, работает, приземлилась прям куда надо. Так, божья коровка, измени, но я хочу жить. Ага. Это сейчас было максимально странно. А, она сама прицеливается куда надо, серьезно? Это были какие-то непонятные хомяки. Какого черта эти райники кидаются в меня какими-то странными цветами? Ой. 2 из 5, ладно. Мне кажется, я могу еще повыше подняться тут. Потому что здесь явно что-то есть. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Вот что ты такое, чувак? Типа сейчас он будет снова наверху, да? Я не могу понять, для чего он тут нужен. Типа просто так, что ли? Ладно, может быть, ты мне подскажешь насчет него, что да как. Free the other hummingbird soldiers. Понятно, мне просто надо освободить других птиц. И все. Это как-то тупо. Она даже ничего толкового мне не сказала. Что не так с их нарядами? Классно, меня теперь еще и вантузами стреляют. Подожди, я только что стоял на месте, и ты промазал? А ты криворукий! Ладно, мне кажется, я пропустил кучу кристаллов, и мне надо, наверное, стать упущенной. Снова эта нора. Что происходит? Может быть, игра таким образом намекает, что мне стоит свалить домой? Ну, типа, Бьянка говорила то, что через эту дыру ты можешь просто вернуться обратно, откуда вылез. И, типа, может быть, это намек, что стоит так и сделать? Типа, просто берешь и забиваешь. Я кого-то еще не уничтожил? Да, так оно и оказалось. Здорово. Так. Перейдем вот сюда. Так, это мне не надо было включать. Меня убивает тот факт, что он машет крыльями для полета. Ты ж пингвин. Но думаю, в этом была вся ирония. Так, здесь снова враги. Ты мне ничего не скажешь. Думаю, за вот этого хомяка дают какой-то скиллпоинт. Типа, не иначе. Так, здесь снова эта штуковина, но ее сломать я не могу. Так, а здесь есть птичка. Не могу понять, я открыл клетку или нет. Нет, нужна еще одна ракета. Ну теперь точно должен был открыть. Неужели там уже выход с уровня? Типа, вы серьезно? Отсюда так просто свалить? Классно, 4 ракеты. Точнее, это больше похоже на какие-то боеголовки. Но зато мне кажется, что теперь я точно смогу вот так вот сделать. Прицелиться и открыть эту штуковину. Да, оно сработало. Она так долго пыталась освободиться и в итоге только сейчас это смогла реализовать. Классно. Так, ну я понимаю, на кой черт мне эти штуковины дали. Моя задача теперь просто открыть эти контейнеры. Так, у меня сейчас цветок полетит, это не очень хорошо. А здесь ничего такого нет. Но только дополнительная жизнь. Ее я, естественно, возьму. Блин, я буду на этом уровне сейчас летать как дурак. Но вот не иначе. Потому что здесь так много всего. Серьезно, уровни за Спайра не такие гигантские, как уровень за этого пернатого. И как высоко я могу залететь, вот это вот тоже непонятно. Еще просто по горшочку здесь стоит, в котором всего лишь один кристаллик.
Это уже просто какая-то издевка. Не иначе. И вот куда? А, ну вражин-то тоже надо уничтожать. Потому что... Что у вас есть? Правильно, кристаллы. Мне нравится идея во второй части, то что типа из врагов не падали кристаллы, из них падали души. Это значит, что на врагов можно было по большей части забить. А в третьей части даже это не проканает. Да, уровни здесь максимально продолжительные. А потом я буду как дурак жмякать на кнопку L3, чтобы просто узнать Спаркс, где гребаные кристаллы. Мне еще и прилетело. Блин, а Спаркс-то зеленый уже. А я еще даже не всех птиц спас тут. Так, ладно, я хотел взять кристаллик. Угу. А вообще, я нашел только одно яйцо, я собрал 406 кристаллов уже. Неплохо. Вообще, кстати говоря, я тут задумался, что я мог сейчас сидеть и начать говорить на какие-то другие темы, помимо самой игры. Вот, а о чем я только не знаю, на самом-то деле. Вот, я могу сказать то, что анонсировали вторую часть Психонавтов. Ну как, кстати, анонсировали, просто вышел уже геймплейный трейлер игры, потому что игру-то саму анонсировали, по-моему, еще в 2016-м. Кто-нибудь знает вообще про Психонавтов? Я очень сильно надеюсь, что да. Ого, здесь огонь. Здорово. Еще показали Crash Team Racing. Я очень долго думал, какую из версий стоит покупать. Еще я ни черта не вижу. Но я добрался куда надо. Хоть что-то радует. Почему ракета почернела? Да-да, ладно. Окей, жду ваших приказов, сэр. Классно. Ни у кого из вас нет этой, как его? Яичко. Капец, что с камерой здесь происходит? Почему в 2018 году до сих пор существует игра, где проблема с камерой? Так, и куда мне теперь? Я кого-то еще не уничтожил тут? Ну, вот это вот интересный исход событий. Не, ну выше я уже физически не могу долететь. Поэтому можно просто подзабить. Или же вернуться назад. Окей, а как вариант, что здесь происходит? Вот это он, конечно, отлетел. Что ж, миссия завершена. Мы рады снова вас видеть, сэр. Райнли. Чувствую, ты сонный. Ага. Мне осталось найти еще одно яйцо. Где оно, я черт знает. Поэтому, как вариант, вернуться назад. И активировать переключатель. Точнее, никакой переключатель, просто разбить железный ящик. Ага, откуда я приперся-то? Может быть, отсюда? Нет. Ну, формально да, но не суть, не сейчас. Это надо вот сюда. Теперь вроде как куда-то вот сюда. Не отстоять, если там... Угу. Я так отвратительно ориентируюсь на карте. Думаю, по мне видно. Я активировал какой-то секретный проход. Ну, конечно же. В котором, естественно, есть гемы. И в котором, по-моему, помимо гемов, будут враги и последнее яйцо. Хотя я могу и ошибаться. Но выглядит, кстати говоря, логично. Так, аккуратненько. А, еще одна птица. Что ж, перед тем, как я была схвачена, я, в общем-то говоря, успела захватить это яйцо. Из тыла врага... Типа в тылу врага, скажем так. Сэр. Рой. Окей. 476 кристаллов. Теперь начинается мой любимый момент. Спаркс, где твои налево кристаллики? Типа серьезно, отсюда вылететь нельзя? Вот это прям максимальный стёб. А Спаркс и показывает, что кристаллы находятся где-то, но не здесь.
Ну такой, ты ж явно можешь отсюда вылететь. А я понял, что кристаллы повыше. Можешь уже не утрировать. А, да, я эту штуку просто повтыкал. Окей, теперь идем в другое место. Спарс показывает куда-то в ту сторону. Ну, кажется, я понимаю, что он имел в виду. Угу. Ну, 100% это то место. Да, потому что здесь есть хотя бы вот этот зеленый гем. Вообще, я буду очень рад, если все геймы будут прям тут. Потому что их искать долго не придется. Здорово. А можно я в тебя попаду все-таки? Алло. Спасибо. Куда ты там указываешь? Вот где-то тут. Ага, еще одна бутылочка. Все, 500 из 500 кристаллов. Уровень завершен на 100%. И я могу отсюда уходить. Ну и теперь, поскольку мы помогли, хотя мы нифига не помогали, он сам там спас своих, в общем-то говоря, солдат и так далее. Это было максимально легко. Трикси. Мне почему-то казалось, что Трикси все-таки женская имечка. Ну ладно. Кто я такой, чтобы перечить игре? Там вдалеке Хантер, но я хочу все-таки отправиться в первый мир. И, в общем-то, завершить тот уровень, с которым у меня ничего не вышло. А вот и он, Molten Crater. Кратер. Replace Idle Heads. Чего? Поменять голову айдолом? А вот этого я еще не делал, но я надеюсь, это будет за пингвина, а то иначе будет, ну, как-то не очень. Да, отправиться. Ага. А вот, кстати говоря, миссия Replace Idle Heads. То есть, я так понял, мне просто надо взять голову и вернуть ее владельцу. Да, и за это я получу яйцо. И потом там есть какое-то еще одно испытание, за которое я также получу яйцо. За какое, я не понимаю. Но думаю, походу разберемся. Я ж только что вас уничтожил. Как это работает? Или же это было не то место? На самом деле мне непонятно. А, нельзя было бы залететь выше, ладно. Ладно, берем вот эту головешку и тащим ее отсюда. Надеюсь, птицы преграды мне не составят. Кстати, я один момент профукал, они просто респаунятся, я понял. Мне просто было интересно, выпадают ли из них кристаллы. Но, судя по всему, нет. Аккуратно. А там же не важно, какому идолу какую голову ставить, потому что я смотрю, они все подходят. А еще у них тела одинаковые, так что если там я впихну какому-то идолу не его голову, ну то есть телу не его голову, он не сильно расстроится и вряд ли сам вообще разницу-то и заметит. А вот еще одна голова. Наверху что-нибудь есть? Я слышу что-то странное, но, возможно, у меня глюки. Я просто подожду. Как бы тише едешь, дальше будешь. Я-то подумал, я уже в лаву эту штуковину уронил. Вот было бы весело. Вот еще одна голова. Может быть, она последняя? Хотя я что-то не уверен. Фу. Вот это было неожиданно. Там еще одна бутылочка. Такс, аккуратно спускаемся. Только один кристаллик, вы серьезно?
Знаете, мне сейчас скажется, что если я подойду к нему, мне скажут то, что злые птицы стащили голову моих собратьев. Пожалуйста, верни их. Мы планировали сыграть в Hide and Seek с моими друзьями. Если я смогу найти их спрятанные головы, тогда они, типа, не дадут мне присоединиться в Тики Лоджу. Понятно, помоги, в общем-то, мне вернуть назад их головы. И тогда я сделаю тебя как бы особенным гостем. Ну, или членом клуба. Особенным членом. А теперь у меня высочится хотя бы сколько голов. Было бы весело, если бы я это дело прошел, не знаю, сколько голов всего. А, 400 из 400 кристаллов. Я собрал абсолютно все. Извиняюсь, что я запнулся. Экс. Собственно, а где последний чудик, у которого головы-то нет? Потому что, вроде как, чудики все. Ребят. А, вот он внизу. Да-да-да, я понял. Ага, но здесь вроде как можно получить еще одно яйцо. Каким образом, я не понимаю. Сержант Бёрд должен взорвать стену? Ну, там написано то, что взрывает стену. О, я могу подорвать вот это. Так оно и оказалось. Луна. Все, 6 из 6 яиц. И уровень завершен на 100%. Как же я люблю эту надпись. Ну, здесь все уровни пройдены на 100%, не считая, кстати говоря, вот этой вот фичи. В общем-то, со Спарксом, но как туда попасть на уровень, я пока что понятия не имею. Так что ж, один, я знаю то, что яйцо под водой. И нужно поймать вора, это я уже сделал. Давайте-ка Midday Gardens. Вообще, у меня сейчас как вариант просто собрать здесь все кристаллы и яйца. Так, ну сказали, одно яйцо будет под водой. Я полагаю, что это где-то вот здесь. А мне казалось, что это место маленькое. Да, вот и яйцо. Дэйв. Здорово. А, здесь 5 яиц и получается 400 кристалликов. Ну ладно. А потом я снова буду тыкать Спарксом, потому что я не понимаю, где все кристаллы. Так, ну зайчишки, кстати говоря, все-таки я одного сожгу. Во благо самому себе. Классно, там вдалеке еще какая-то железяка, которую надо будет сломать. Каким образом, понятия не имею, но как всегда, в общем-то. А здесь куча кристаллов, я смогу, смотрю. Вот здесь еще есть кристаллы, блин. А место-то обширное. Ну, как всегда. Казалось бы, вроде оно малюсенькое. Но нифига подобного. О, сильный огонь. Классно. И сразу теперь я понимаю, каким образом можно подорвать ту штуковину. Да-да-да, мне сказали, что это за пауэрап. Но мне интересно совершенно другое. Так, стоять. Эта штуковина была аж тут, нет? Да, по-моему, тут. Смогу ли я разрушить? Да без Б. Все, одной проблемой меньше. Ой, там вначале виднеются кристаллики. И там уже задание для Спаркса я вижу. У меня не получится на него отправиться. Почему? Понятия не имею. Ой, огонь закончился. Ну ладно, понадобится еще раз, просто подойду к этим вратам. Или же арка. Скорее всего, это все-таки арка. Не, но Спайер у нас должен уметь карабкаться. Как бы без вопросов. Но и на уровень я не хочу. А что мне вообще здесь надо было разрушить изначально? На самом деле, я понятия не имею. Вот ведь веселье-то.
Вот здесь один красный кристаллик, вот тут один красный кристаллик. Вот так вот они все и теряются. И вот там вдалеке еще один красный кристаллик. Ну ладно, меня тут хотя бы не было еще. Сюда нырнуть можно. К счастью, здесь мели. Так, задание для Спаркса. И будет ли оно мне доступно? Непонятно. Скорее всего, нет, это Зои. Да, у меня есть специальное задание для Спаркса. Возвращаюсь сюда, как только бла-бла-бла. Ну-ка, да. Вот тут у нас яйцо. Модести. Здесь, честно говоря, даже я не в курсах, парень это или девочка. Снова повторяющаяся анимация. Как вы так можете-то? 313 кристаллов. И 3 из 5 яиц. Так, теперь я хочу пойти к Хантеру, потому что мне кажется то, что оставшиеся кристаллики будут у него. Здесь еще есть кнопочка. ...327. И внизу тоже есть кристаллы. Ну, в общем-то, да, так я и думал. Так, еще одна бутылка. Что это сейчас было? Она просто так медленно исчезает, что ли? Классно. Еще одна бутылка. Что ж, часть кристаллов нашел. Спаркс, где они? Они где-то там? Серьезно? А, я увидел здесь еще место, где есть кристаллы. Вот оно. Но я думаю, последняя партия находится вот здесь. Icy Peak. Понятно, ледяной пик. Возможно, пик переводится как-то по-другому, но... Я знаю далеко не все слова на английском. Так, медленно мы подбираемся к концу. 398. 399. Ну вот это просто веселье. А где хотя бы кристаллик-то остался? О, яйцо. Минкус. Ты да уже со странной. Окей. Где же я провтыкал последний кристалл? Неужели под водой? Ну, очень похоже на то. Да, вот он, последний кристаллик. Я, по-моему, вначале так и сказал, то, что останется один красный кристалл. Так оно и вышло. Что же гайдбук? Мне нужно супер огнем поджечь Flower Prots. Flower Prots это что ли, горшки для... Ладно, сейчас попробуем. Я какими-то странными способами иду. Ну ладно. Один из четырех. Ну ладно. Два из четырех. Три из четырех. Класс, надо оглянуться, где я провтыкал еще один. Вот он. Вот и все. Мат. Мэт. Скорее всего, Мэт. Ну, довольно изящно, но, по-моему, эта анимация уже была. 5 из 5 яиц, и локация завершена на 100%. Ну, я, пожалуй, на этом буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. А также всем спасибо за просмотр. И всем удачи. Всем пока.